квалифицированная защитная секция. То есть если ударная волна идет, то получается сама ударная волна, избыточное давление, оно как бы закрывает эти лепестки, и избыточное давление, оно не попадает уже в основное помещение. Вот эта дверь, она закрыта, человек заходит, он закрывает за собой защитную герметическую дверь, и после этого только открывается следующая защитно-герметическая дверь. Вот это как бы принцип шлюзования. Это у нас фильтр ячеистый, он металлический. Там, значит, у нас содержится много-много мелкой ячеистой сетки, оно как бы у нас промасленное. То есть здесь идет грубая очистка воздуха от пыли. Они вставляются вот в эти отверстия, там два их, там и следующие. Это основное помещение. Здесь вы видите вот 50 мест. Нижние места на лавку на 4 человека и верхнее одно лежачее место. То есть всего как бы 50 человек. Это место у нас диспетчера аварийной службы. Здесь он будет непосредственно находиться. Здесь санитарный узел мужской, здесь женский. Там выход, точно такой же выход, второй запасной и защитного сооружения. Тяга-наборометр жидкостный. С помощью него мы определяем падение давления. Двери закрываются герметично, гермоклапана тоже закрывается. И накачивается сюда воздух и смотрим падение давления. Вот здесь вот стена не такой имеет остав, это такой монолит. Специально у нас тут ломы заносятся, раздалбливаются отверстия для того, чтобы выйти из помещения.